Добрый день, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Сегодня я уже снял пляж, но хотел бы вам показать еще один райончик очень симпатичный. Вы знаете, я снимал его зимой, насколько я помню, и поэтому это как бы немножко другой вид. Но это продолжение видео о пляже Сигейт. Мой самый любимый здесь Нейплс. Просто хотел бы вам показать, насколько здесь красивый вид. Что интересно, здесь вот прямо на пляже, вернее, вот это вот называется Венецианский залив. Здесь на этом заливе было несколько банковских домов. Продавались в районе 2-2,5 миллионов. Продались очень быстро. Здесь, кстати, несколько вилл вот этих вот, которые здесь на воде на продажу стоят тоже. Но они достаточно большие, они по 400-500 квадратных метров. Здесь доки прямо есть. И слушайте, рыба так прыгает. Здесь, кстати, вот что самое интересное, прямо вот здесь. Смотрел, значит, пару мужичков организовали сеть такую приличную. Вытащили, ну, такую тучу рыбы, большая, жирная, толстая, слушайте. Это, ей-богу, на год, наверное, запас рыбы был. Было очень интересно смотреть, но они как-то с опаской так поглядывали на всех мимо проходящих. Может быть, тут и нельзя сеть уловить. Вот, но это самое. Здесь вот я смотрю, мелкой рыбки такими стайками во всю систему плавает. И вы знаете, что интересно здесь... Я вот наблюдал, когда у рыбы или нерест начинается, или как тут. Значит, здесь очень большое количество разной рыбы плавает. И, естественно, меньше становится жертвами больше. Здесь такие косяки друг на друга просто очень смешно было. Налетали, и тут жор такой стоял. Рыбы эти выпрыгивали из воды. Вот, ну, сейчас, сегодня все очень спокойно. Вот. И крокодил Гена здесь не плавает. Очень много меня спрашивают, а как насчет крокодилов? Ну, мой ответ всегда очень простой. Если вы залезете куда-нибудь в какой-нибудь канал посредине леса, там, где вообще зданий никаких нету, то, конечно, вас кто-нибудь точно съест. Но здесь Нейплс, поверьте мне, здесь на крокодила нарваться, особенно вот в таком месте, это было бы достаточно редко. Поэтому не волнуйтесь, никто вас не съест. Ну, вон, видите, наверное, на видео, рыба прыгает вовсю. Так что приезжайте, рыбалка здесь тоже прекрасная, кстати. Народ здесь с удовольствием выходит. Здесь можно просто делать, что, чартерный рейс. Берешь, покупаешь, выходит где-то 20 миль от берега. И на лодке прямо целой компанией, можно с собой там алкоголь даже взять. Значит, поехать и просто отдыхать, ловить. И что интересно, там капитан и его команда, они даже освежуют эту рыбу для вас. Ну, естественно, если учитывать тот момент, что вы там заплатите, предположим, $70, скажем, за человека за эту поездку. Вот, а купить, как говорится, рыбу, я не знаю, удастся или нет, может быть, нет. Но из меня такой рыбак, знаете, что я и особенно не рассчитывал. У меня терпения просто нету на это. Вот, если много рыбы, я могу прыгнуть, руками ловить, но сидеть на удочку для меня это просто убийство целое. Вот, поэтому как бы я особо не претендую на эти лавры. Но добре, рассказал вам немножко про Нейплс, посмотрели мы с вами очень медленно Венецианский залив. Летом, когда очень тихо, спокойно, все хорошего, до свидания.